И снова всем привет на прекрасном Ватаму Бич на пляже. И вот пытаемся найти лежачки. $300 Ну это нормально. Это сколько? $2 Ну... $300 А где? $300 Ну? Наташа уже пытается найти, где нам прилечь. Да. Просто... О, это я люблю. О, обожаю. So, I like it. Yes. Ну. You know... Okay. Она думала 3000 Да, я думала 3000 Ну давай здесь поваляем. Валяться сильно не хочется. Окей? Да, давай. Да, давай. Да, давай, давай. Я игри, игри. Ну нормально, мы так и знали, что где-то $3 кроватка стоит. Но нам же нужно не на солнце, да, а в тени. Ну вот этот. Вот этот вот симпатичный больше. Да, он такой в одной этой, в одной гамме. Ага. Ты сказала $3, да? 3000 это, ну смотри, 125. Да, теперь я уже путаюсь. Короче, 300 это, вот смотрите, сколько точно, а вообще 250 это $2, если вы поменяете по 125. Есть по 120, есть по 123, так что... Мне кажется, это... Ну это, ну в принципе, для первого раза это нормально, не хочется идти торговаться, и все, просто уже все подходят и пристают. Кстати... Смотрите, на самом деле, как мы и сказали, очень мелко. Если вы видите, люди могут перейти спокойненько себе и там походить по острову. И вот здесь тоже люди стоят, ну, мелко, мелко, мелко. Вот там какой-то хороший лежак, много лежаков, но они уже заняты. И вот конец полукоса, вот это вот, там уже ничего нету. Так что вот будем пока обосновываться, лежать здесь, там посмотрим. Что можно еще купить? Ну, какая еда, может, там напитки. Ну, мы с собой водичку взяли. В Индии просто ложишься вот на такой лежак, но он находится как огороженный вот такой штучкой. Называется шеки. Ну, кто знал, пишите коммент, ставьте лайк. И там лежак бесплатный, но ты покупаешь, ну, ты весь день лежишь, покупаешь еду, пиво, напитки, соки. Так что, ну, вот, как у них называется эта штучка, да. А вон, к нам уже мальчики несут что-то. А, там не просто так, ого. Там просто вообще это, знаете, мне напоминает немножко как на колесиках на реабилитации. Ну, прикольно. Вообще молодцы, конечно. Надо только попросить его это, попросить, наверное, ближе придвинуть. Ну, вот в такой кафешечке мы сидим, называется, я даже не знаю, если название, но вот такое белое. А вот он, по-моему. Сейчас я вам покажу название. Вот оно где-то. Beach Bar. Ох, музыку включили, придется говорить, не переставая, чтобы видео просто не заблочили на YouTube. Мкоко Бич Ватаму. Так что вот посмотрим сегодня, дадим характеристику Мкоко и где мы лежим. Боже, Наташа 5 пацанов собрала возле себя, это ж как так? Давайте с вами просто издали понаблюдаем. Наташ, ты вообще молодец. Может назвать видео, Наташа собрала 5 пацанов и делает с ними всякое? Ну, в принципе, да, всякое, то лежак принеси, то это... Молодец, Наташа. Наташа лайчочек. Ой, что-то я уже в песке прям утонула. Вот такая вот прикольная картина сегодня у нас. У них нет специальной назвы для всего. А, нету названия, да? Просто упала и лежишь. Понятненько. А, сейчас мы спросим, это на весь день или на как бы на какой-то период? Я думаю, что вот сколько ты лежишь... Это на весь делаю. На весь день, я думаю. На весь. Конечно, окей, все окей. Ставьте лайки, пишите комменты. Ой, это... Такой, да. А, я в кадре, да? Да. Это я сказала... как я сказала? Мне... Что тебе он понравился? Почему мы остановились здесь? Да, мне пофиг на что тут будет, какая еда или что, но мне понравился, как мальчик одет, вот реально. Прилично, да? Ну, вот для... Ну, я понимаю, что это пляж. Вот, но он это, в брюках и в рубашке. И что-то он белый прямо, такой, да, такой, да, красавчик. Ну вот, песок просто скрипит под ногами. Вот я такая понимала, красота. Знаю, Наташа идет купаться. Но, ну, сказали, здесь сейфти. Кстати, вот небольшой лайфхак. Вот такие прищепки мы купили. Они прикрепляют и полотенце, и одежду. Ну, знаете, приходите, ваша одежда уже и полотенце, все по пляжу летают. Так что вот такой лайфхак.
что можно купить и спокойно оставлять. На лежаках мы пока лежать не будем, к тому же они, в принципе, на солнце стоят. Да, но главное, что мы всех построили. А где лежак? А где то? Все принесли. А, подожди, еще расскажи, что сказал, что здесь есть душ и есть здесь туалет. Я спросила, есть ли. То есть за 300, в принципе, это нормально. Да, может дешевле. Может, можно дешевле, надо будет. Нет, смотри, если понравится место, то можно уже спокойно сидеть, Джамбо. А где мальчик-то? А, вон он. Привет, мальчик, привет. Я говорю, кто-то уже, не может. Уже прям мангал поставили. Вы меня извините, я не к тому, я просто реально не видно. Там темнота и реально кожа темная, и я не вижу. Кто-то кричит, а я не понимаю. Так что я пошла. Все, Наташа идет, и мы за Наташей. Thank you, thank you, thank you. Мануэль, yes? Вот, если хотите хороший сервис, я надеюсь, что будет хороший, приходите к Мануэлю. No towels. Towels. Yeah, we have. We just asking for our friends. Include? So many tourists don't want towels. А, они не хотят, но он путает немножко. Он говорит, включено, но много туристов не хотят. Типа у нас есть, но туристы не хотят. То есть я не пойму, включено или нет. Странно. Окей, я understand. Странно. Туристы не хотят лежать на полотенцах, а что ж, лежать на этом или свои приносят? Мне непонятно. Ну, fine, fine. Алекс. Ольга. Вот и Алекса встретили. Коктейли, все это, все есть, все круто, бармен. Вот. Ну, видите, пока мы единственные покупатели, поэтому к нам такое внимание. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Вот, спрашивают, откуда мы. Вот. Класс. Ну, Наташа уже просто возле себя толпу собрала. Я что, я снимаю просто для вас, так что не знаю. Ну, хорошо, что мы много стран видели, путешествуем. Мы знаем, что можно общаться. Можно, но нужно осторожно. Вот здесь тоже ребята вроде как. Ну, смотрите, невыгодно же себе плохую репутацию сделать. Отзывы в TripAdvisor можно написать, в Google можно написать, на Booking можно написать, если где-то рядом бронируете отель. Поэтому, ну, никто не хочет пострадать. Вы же не придете в это кафе, если будет плохой отзыв, правильно? Так. Наташа, все. Что там Алекс рассказал уже? Я ваш гид по бармен, короче. Я ваш гид по алкоголю сегодня, мы поняли. Вот. Окей, все коктейли, которые есть в Гугле, чувак перечислил. Thank you, Alex. Окей, fine. Окей, да. Thank you. Все хорошо, что мы вас встретили. I feel very good. Чувачок, как Санта-Клаус такой в передничке, не знаю, вам видно, мне ничего не видно, я буду видео смотреть вместе с вами. Вот так, еще Наташа еще спрашивает про какие-то экскурсии, может сейчас все расскажет тоже. А, извините, что это ораторию, иначе YouTube заблочит из-за музыки. Только что in morning, говорят, утром можно дойти спокойно, или вечером. Вот, так что утром или вечером можно дойти спокойно и перейти на острова. Все, Наташа сказала, я хочу идти плавать. Идемте плавать вместе с Наташей. Я пока еще не плаваю. Вы знаете, я мерзлячка, поэтому мне нужно привыкнуть к водичке. Ну, людей не так много, честно, я думала, пляж будет просто заполнен. Но, видно, многие люди уезжают на другие пляжи. Говорят, что это такой самый обычный пляж, который вышел. Ну, для меня это офигеть, все равно классно. Ну, это просто класс. И виды классные. Давайте еще полюбуемся. И виды классные. И люди приятные. Пока еще, знаете, испортить впечатление можно всегда. И Наташу просто окружили. Это называется, пошли плавать с Наташей. Мы пошли с вами, Наташа нет. Таша, все, ну, нормально. Внимание всегда приятно. Ладно, отвлечемся с вами пока просто. Идемте в океан. Ну вот, Индийский океан, потрогаем водичку. Шлеп, шлеп, шлеп. Класс, класс. Вода освежает, вода не холодная, она не теплая, она не противная. Вода офигенная. Все, это все очень круто. О, к нам идет Наташа. Говорят, я молюсь за вас, чтобы у вас было много денег. Я говорю, конечно, если у меня будет много денег, у тебя будет много денег. Логично. Это колесо жизни. Так что он говорит,
вас хобби путешествия? Я говорю, ну когда есть деньги, у нас есть хобби. Ну, нету да. денег, нету хобби, надо много работать. Как я говорю, когда я живу, я путешествую, а когда я работаю, я зарабатываю на жизнь. На путешествии. Да. А он, кстати, это типа охраны, даже как полицейский, одеты сеньори. Пенсионеры. Да. Что-то уже случилось, не дай бог. Да нет. Что хочу сказать. Здесь сказали ребята... Подожди, стой. Нет ежей. Ну, то есть сказали нормально выходить. Ну, и предложили... А мы тапки забыли просто. Мы их взяли, коралловые тапки, забыли в кемпе. Ну, 4 часа вода уйдет, и можно взять тапки и дойти до этих запросто. То есть до... Так, все, ребята. Только смог... Океан, вперед. Боже, у меня уже вода теплая. Так она и есть теплая. Она просто... Да, мне она была прохладная. Ну, ладно. Все, Наташа уходит глубоко в море, в океан. Вот такие виды классные. А, Наташе, походу, далеко идти. Занырнет где-то она за островом, я так думаю. Да. Такая мель, можно бежать, 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 бежать. И неожиданно устать. Все, сейчас Наташа таки окунется в Индийский океан. Все, я в океане, ура! Наташа прибежала за очками, сказала, кайф такой, что вообще. А смотрите, сейчас увеличиваем. Люди уже просто пешком передвигаются. Вот, уже пешком передвигаются, спокойно идут туда, к острову. Я очень надеюсь, мы с вами сходим. Вы лайк поставите, да? Мы с вами вернемся утром и вечером и сходим. Сходим и посмотрим, что там. А пока отдых и наслаждение. Вот красота какая. Называется видео «Найдите Наташу». Он ходит по океану, наша русалочка. Что-то ищет, передвигается. Ветер, кстати, такой приличненький. Приличный ветер. Ничего. Да, при этом ветре очень хорошо, не жарко, но можно здорово сгореть, конечно. Так что вы видите, где-то, ну, в принципе, 3 метра и такая глубина небольшая. Но думаю, что вода прибывает. Заметила нас. Ну ладно, помашите Наташе лайком, поставьте лайк. Прикольно в такой красоте сидеть и наблюдать. Смотрите, мальчик с собачкой ходит. Точнее, молодой человек, я так думаю. Мне плохо видно в очках. Ой, такой папис. По-моему, это таксочка маленькая. Не, я не вижу отсюда. И Наташа заметила. Такой песель классный. А вот у нас такие две дошки живут. Интересно, их выводят поплавать сюда? Наверное, им бы хотелось. Ой, такая тишина сейчас, смотрите. Это вот бутылочка с искусственными цветами. Искусственные же, а ну, давайте посмотрим. Не знаю. Нет, искусственные, искусственные. Вот, и Наташа идет. Сейчас будем спрашивать ее ощущения. Ну что, рассказывай ощущения. Значит, это вода бомба. В чем прикол? Я думаю, что вот тот, как хозяйка нам сказала, там пляж good. Тут тоже very good. Просто тут эти морские водоросли, ну, можно сравнить листики ивы, но чуть побольше. И вот их это, и такие еще красивые. Эти. Вот это вот там, где темное, это, наверное, водоросли, да? Вот это да, вот, да, 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 да. Там, но где идти, все темное. Просто как бы кому-то может неприятно, но идти запросто нормально. То есть водичка супер. Даже вот сейчас солнце зашло, так вообще замечательно. Солнце вышло вообще шикарно. Я поплавала, я думала пойти туда, потом думаю, да ну, вот сейчас оно если уйдет, то лучше это взять тапки, и если очень хочется сходить. А так вот, ну ничего, просто если не сегодня, может сходим завтра. Смотри, я что хочу сказать, там лагуна, видишь, ну не лагуна, а там нету люди где. Ага. Нету водорослей. Большая территория, нету водорослей. А, вот я видно, поняла, да, между камнями. Нету водорослей. Да. О, а, Наташа говорит, цветы натуральные. Лично натуральные. Ну, не знаю, я просто потрогала так, и ну, как-то они мне... Они просто засохшие. Знаешь, что очень, ну, задалбывает, можно это слово употреблю, когда тебя... А откуда вы? А это... Ну да, когда уж тебя 50 спросили, да, а ты пришла отдохнуть, и ты пришла покупаться, ну да, задалбывает чуток. Ну я говорю, я хочу отдых, я хочу делаться, и типа, ну все, человек отошел. Я понимаю, что все хотят заработать. Ну
Ну, а я-то тут при чем? Ну, вы же знаете, кто был уже в странах Азии, Африки. Ну, так... Надо проще к этому. Так все время. Так все время. Есть какой-то порог, который, как бы, ну, уже надо... Надо их отстегивать просто. Не грубо, но пытаться что-то. Чтобы люди дали время на релакс. Что за здание, мы спросили. Вообще, да, интересно. Очень много денег положили, что я слышу. Не достроили, короче, да, Наташ? Не достроили, а что? Не достроили, вложили кучу бала и не достроили. А отель был бы крутой. Если провести все коммуникации, отель был бы крутой. Good morning. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Вот так вот, друзі. Добрий ранок. Very happy to meet you, Ukraine girls. Yes, thank you. Вот. Thank you. Наташа нашла палевую ветку, говорит, я же никогда не держала. Дерек отобрал, парня зовут Дерек, говорит, сейчас нужно привязать. Наташа хотела, видимо, с собой забрать как сувенир, но не дали. А вот они привязаны. Смотри, Наташа, она же каждому этому привязана. То есть они просто отпали веточки. Похоже, ну, смотрю, рыбку несут. Я думаю, это тунец. Кто-то заказал уже себе обедик. А вот только ж приехала вон лодка Виктория. А у него что-то в зеленом тоже какие-то. Может, морские гады есть. Похоже на тунец. Все-таки посмотрели. Еда ушла. А, кстати, душа здесь нету. Мы так выяснили. Ну, туда, когда мы садились, Ванечка сказал, душ есть. Ну, Мануэль сказал. Но сейчас мы так выяснили, что сейчас мы нет. Этого Эммануэля... Ну, в принципе, мы уже обсохли нормально. Ну, даже если надо взять бутылочку воды с собой и это из-под крана набрать у себя. Будет мокро, да. Надо принципе... брать бутылочку 1.5 литра, правда, тащить далековато. Ну, просто вот такой, в принципе, такой лайфхак. Ему, если вам надо стереться от соли... А я еще думаю, знаешь что? Опять, прости, я еще думаю, а они ж набирают воду из океанчика. Подходят ими большими этими, набирают воду оттуда. Ну, насчет того, чем моются фрукты и чем моются чашечки, не надо задумываться. Мы не хотим об этом знать. Да, просто не надо задумываться. Просто наслаждайтесь просто моментом. Наслаждайтесь, да. Обсудили меню. Обсудили меню. Почти все блюда по 500 стоят. Все блюда по 500, пиво где-то 350, а сок 300. Так что вот вроде как мальчик все запомнил, точнее Алекс его зовут, Алекс все запомнил. И за меню он гонял аж туда куда-то. То есть, наверное, здесь все меню, на одно меню на все кафешки. Я, наверное, сейчас покажу вам туалет. Сходили все-таки, он этого достоин, чтобы вы его попали. Вы его посмотрели. Вот сейчас покажу это. Ну, прикольно. Такая дверь. Ну, прикольно как бы сделано. Заходишь, она открывается сверху. Тут так тудун. Ну, все нормально. Ну, теперь тудун. Но тут нужно, если присесть, кстати, видите, он сделан не в центре, то вас как бы вроде и не видно. И богатые итальянцы такие, о! Сидит уже. Прикольно. Ну что? Пиво нам уже принесли. Вот White Cup. Новый вкус. White уже cup. Не Таскер, уже White Cup. Наташа будет пробовать. Я стоит 350. У британцев, которых пытались выдать за других, но мы сказали, нет, это британцы, люди. Тоже лагерь, White Cup. Наклеечка. Ну, такой... Желто-блакитно, мне нравится. Мне нравится, да, этот стиль вообще. Ну, сейчас я еще раз пробую. Мне кажется, тут немножко мягче. Наташа говорит, тоже лагерь, но мы так все-таки не знаем, что такое лагерь. Кто знает, пишите в комментах. Тот мягче. Таскер, да? Да, Таскер. Таскер мягче. То есть этот Таскер вкуснее, вот твои рекомендации, когда люди будут в Кении. Попробуйте то и короче, то, да?
вы что? Ну как это можно рекомендовать что-то, когда есть возможность выбрать? И рекомендации приехать в Кению, попробовать здесь пиво и все остальное. Я думаю, что это с водки Лиманджаро. Тут вода чистейшая, но я не знаю, а вдруг, слышишь? Хотя вон, смотришь, нарисованы горы. Горы-то нарисованы. Ну да. Не добавляют сахар, написали. Обычно сахар добавляют, да? Ждем нашего октопузика сейчас. Он, мне кажется, что... А, кстати, пришел Алекс, снова сказал, что это будет 900 грамм, почти килограмм. И будет стоить 800, а не 500. 800, Эммануэль сейчас что-то вот будет готовить. Видимо, октопузика уже купили, им принесли. Октопузик – это осьминог. Да, он так, осьминог? Да. Все время путаю. А кальмар – это сквид. Тебя же это октопус – любимая игрушка, и ты поэтому не ешь октопус. Да. У меня есть чудесная игрушка осьминожек, такая мягкая. Я купила на свой день рождения в Дубае, в Дубае-Моле, по-моему, когда мы были в аквариуме. И теперь я не ем осьминога. Представляешь, что он из себя затворит? Ромашка не хочет на солнце выходить, а я смотрю, там, октопузик камень. Так это за 800, это нормально? Я не знаю. It's mine, октопус? No, it's mine? Yeah. Yeah? Ага. Не, ага. Октопас? Осьминог. Осьминог. Октопас. Дерек учит меня английскому. Дерек is... Дерек, you peeling? You make peeling. Массаж, peeling. Массаж. Массаж, peeling. О май гад. So nice. Дерек, а мы... I don't like it. Мой октопусик. Да. Разогрели мангальчик, уже минут 40 мы ждем. Ну так, а пока разогреешь угли, так я просто куриный салат бы уже съела. А знаешь, что мы это говорили? Или курицу все еще не поймали. Не, еще курицу не поймали. Мы говорили, знаешь, это очень выгодно, пока приготовят 2 часа, пока это принесут, пока поедим. Уже вечер. И вообще пивом надо кушать. Я уже не еду. Вот, пожалуйста. Как это готовится? Очень хорошо. Но рыбка свежак. Рыбку он принес тоже свежак. Так что... А, может. Что мы уже не одни, уже. Вот Наташа сказала, очень выгодно. Нашла женщина, европейка. Увидела, две белые обезьяны сидят. Оп, присела, уже не страшно. Хотя это обман. На самом деле здесь везде наверняка один и тот же уровень обслуживания. И, ну, оно всегда тянется, как бы. Оно, ну, сидит женщина. Да, вот. И вот такие, ну, такой прикольный, малый, держит собачку, молодец. И ты ее показывай, не меня. Ну, я показываю. Еще один мужчина. Громче говорит. Предположили, что это гид. Да, это гид, реально. А малой сидит и как бы переводит. Нет, они вдвоем на английском, просто это брат или ребенок этого парня. А что, нанял человека? Пепси, фанта, да. Она спрашивает, как в школе, что, яка мова, как ей из обучения там, ну то есть про жизнь. Так что вообще, что-то здесь релакс такой, ни в одной стране у меня такого... Как это сказать, модно мы поймали вайп. Только про соус эту гадость не говори. Оля мне сказала новое какое-то дурное слово. Мы в соусе. Я терпеть не могу. Я не понимаю этого. Я это вас вайб вот это вот. Я на чи... Что там? Ну чил еще, ладно. А что-то еще я. Я в ресурсе, бля. Уже опять в этих полосах. В ресурсе. Это для меня вообще. Я в ресурсе. Я в ресурсе. В ресурсе, да. Ты понимаешь? Я в ресурсе. Мы в гармонии. Мы в гармонии. Не, да. Мне вот это понравилось. Да. Мы сегодня в гармонии. А в гармонии это как раз правильно. Сейчас я вам покажу еще раз гармонию. Что создает гармонию? Главное рассказывать, это пока. Ну а что тут рассказывать? Тут просто. Ловите гармонию, ловите байкени. Слушай, я у кого-то слышала, один блогер там рассказывал, возьмите кредит. И приедь там дальше, куда ты едешь отдыхать. Ну вот про кредит я бы не знаю. Это, конечно. Байдёшки, протягивай ножки. Да. Если, как это сказать, если не надо отдавать, то, наверное, можно, да. Но, ну а так... пока вы не в Кении, вы с нами, смотрите наши видео, пожалуйста, ставьте лайки и напишите в комментариях что-нибудь. Да, где вы были?